Ассаламу алейкум, курметы курмендир, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Сегодня в выпуске. В Темиртау прошло республиканское совещание по вопросам развития моногородов Казахстана. В Карагандинской области из автомобиля стреляли полицейских. В преддверии открытия туристического сезона 2012 в Караганде состоялась третья региональная туристическая выставка. Чемпионат Республики Казахстан по футболу продолжается. В Темиртау прошел республиканский семинар-совещание по вопросам развития моногородов Казахстана. В работе семинара приняли участие вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан Марат Кусаинов и представители государственных органов, институтов развития, акимы ряда областей и моногородов. Участники семинара обсудили вопросы разработки комплексных планов развития моногородов и реализации партнерских программ с градообразующими компаниями. На семинаре президент акционерного общества Институт экономических исследований Максат Муканов отметил, что проведен анализ состояния городов республики с монопрофильной специализацией. С учетом проведенного анализа развития моногородов определены основные подходы по решению проблем моногородов, которые отражены в программе. Проблематика и возможности каждого моногорода отличаются. Поэтому в рамках комплексных планов будет проведено обследование каждого моногорода. В ближайшее время мы направим наших сотрудников и хотел со стороны акимата попросить поддержку при обследовании, при изучении проблематики и работе института оказать какую-то поддержку. Напомним, глава государства Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном послании народу Казахстана поручил правительству Республики Казахстан разработать программу развития моногородов. В республике насчитывается 27 моногородов. В текущем году на их благоустройство в рамках данной программы выделяется 6 миллиардов тенге. 300 миллионов тенге выделяется на гранты, на развитие новых производств. Вы знаете, полтора процентов миллионов тенге дорожной карте бизнеса 2020 мероприятий сейчас мы предусмотрели. Аналогично, но мы просто отдельно для моногородов выделили сумму, чтобы она не рассыпалась по всей республике, по всем городам. Вот именно для моногородов 300 миллионов тенге. Теперь в рамках программы Министерства труда и социальной защиты будут выделяться средства на микрокредитование. Это 5 миллиардов 321 миллионов тенге. К многопрофильным городам предложено отнести города, где основная часть объема промышленного производства и занятого населения сосредоточена на одном-двух градообразующих предприятиях, как правило, одного профиля или сырьевой направленности, а также бывшие моногорода, где в настоящее время градообразующие предприятия не работают или работают частично. Я представляю город Кибастуз. Город Кибастуз Павлодарской области. Он также вошел в состав 27 моногородов. И нами уже начата разработка комплексного плана развития моногородов на основании рекомендаций, разработанных Министерством экономического развития и торговли. Разработан в первую очередь перечень необходимых проектов, которые мы планируем в первоочередном порядке реализовать вот на 2013-2015 годы. Это в первую очередь, конечно же, развитие инженерной инфраструктуры, ремонт водоканализационных сетей, ремонт тепловых сетей, ремонт, естественно, средний текущий ремонт автомобильных дорог. В городе Кибастузе на сегодняшний день не сложилась такая ситуация, что более 70% водопроводных сетей составили 100% износ. То есть мы с удовольствием ожидаем финансирования со стороны вот этой программы. В соответствии с требованием программы, города, которые вошли в список, должны сдать до 1 июля комплексные планы, и по ним будут рассматриваться бюджетные инвестиции. Марал Тукенова, Дулиген Рашид, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский. Продолжение темы. Работы по развитию моногородов Республики Казахстан продолжаются. Сегодня на совещании были подписаны несколько меморандумов с целью развития частного предпринимательства вокруг крупных компаний. Репортаж Мирангуль Салкимбаевой. На сегодняшний день по 20 моногородам в рамках карты индустриализации и дорожной карты бизнеса 2020 реализуется 114 проектов на общую сумму инвестиций более 1 триллиона 249 миллиардов тенге. Для рассмотрения в рамках программы отобраны 27 моногородов с численностью населения 1,5 миллиона человек, что составляет 16% городского населения страны. Этого разговора состоялся и были обсуждены многие проблемы, которые есть у моногородов, будем так говорить,
с профилирующей экономикой, где работает более 20% трудоспособного населения. Вы прекрасно знаете, что в этих городах есть проблемы как в коммунальной инфраструктуре, как в развитии малого и среднего бизнеса, в диверсификации экономики. Все эти вопросы вошли в проект программы развития моногородов. По словам Серика Ахметова, в этом году в программе предусмотрена разработка комплексных планов развития малых городов, не попавших в перечень моногородов. Это позволит комплексно подойти к вопросам решения проблем малых городов. На совещании выступил и аким области Абельгази Кусаинов. И в настоящее время по итогам 4 месяца текущего года в регионе сохраняется положительная динамика основных социально-экономических показателей. Промышленность и производство продукции на 420 миллиардов тенге. Объем валовой продукции в аграрном секторе превысил 16 миллиардов. Объем продукции малого и среднего бизнеса возрос на 10,1% и превысил 93 миллиарда тенге. Сумма выданных кредитов субъектов малого предпринимательства увеличилась почти вдвое и составила 30 миллиардов тенге. Также в рамках программы предусматриваются такие меры поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах, как субсидирование процентных ставок по кредитам без отраслевых ограничений и увеличение размеров субсидирования процентных ставок с 7 до 10% по кредитам для моногородов с низким и средним потенциалом. Игра с цифрами получается. Вроде как мы положили цифры по безработице, конечно, не всего, а на самом деле более 10%. Поэтому здесь какие моногороды хотят, и здесь... В ходе совещания с докладом о программе развития моногородов на 2012-2020 годы выступил министр экономического развития и торговли Республики Казахстан. Он предложил отнести к монопрофильным городам города, у которых основная часть объема промышленного производства и занятого населения сосредоточена на одном-двух градообразующих предприятиях, как правило, одного профиля и сырьевой направленности. Анализ социально-экономического развития моногородов. Диверсификация экономики города, перспективами развития градообразующего предприятия и высокой зависимостью занятости населения и учета города в деятельности этого предприятия. В ходе данного совещания были подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством экономического развития и торговли Республики Казахстан в лице Комитета развития предпринимательства, Акционерного общества Фонд развития предпринимательства ДАМУ и акиматами Атырауской, Мангыстауской, Карагандинской области. Эта отраслевая программа, она будет меняться в зависимости от реалий жизни. В следующем году будут другие проекты, значит, они будут внесены будут на межведомственные комиссии. Это не такой документ, чтобы он там, допустим, утвердили, и он захлопнулся навсегда. Нет, этот документ, он такой динамичный, он развивающийся, и поэтому мы будем рассматривать все те новые проекты, которые будут. И потом бюджет же у нас каждый год формируется. Поэтому в рамках формирования новых инвестиционных якорных проектов будет меняться и бюджетные классификации. Подписанные меморандумы заключены с целью развития частного предпринимательства вокруг крупных компаний путем объединения усилий всех сторон для реализации проектов по развитию местных поставщиков, производства следующих переделов продукции и развития альтернативного бизнеса. Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Возможно, что в скором будущем в нашей области появится новая фабрика по обогащению угля и завод по производству уникального сплава кремния, алюминия и железа, аналогов которого нет в мире. Эти и многие другие инвестиционные проекты были рассмотрены на заседании Координационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию. На очередном заседании Координационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию под председательством главы региона Абельгази Кусаинова было рассмотрено два новых проекта для включения в карту индустриализации. Один из таких – строительство фабрики по обогащению угля на производственной площадке ArcelorMittal Темиртау. Стоимость проекта составляет 1,5 миллиарда тенге. Сама вообще полная мощность завода производительная – 250 тысяч тонн. В плане сбыта у нас заключен эксклюзивный контракт с ThyssenKrupp. ThyssenKrupp является на сегодняшний день единственным трейдером, можно сказать, ферросилико-алюминия, который гарантирует 100% реализацию данной продукции.
Новейшие технологии и оборудование для получения низкозольного энергетического топлива будут применяться в Казахстане впервые. Завершить строительство планируется в декабре 2013 года. При этом будет создано 120 рабочих мест. Следующий проект, представленный на суд Координационному совету, это строительство завода комплексных сплавов для производства ферросиликоалюминия. Ферросиликоалюминий казахстанский представляет собой комплексный твердый сплав кремния, алюминия и железа. Этот уникальный продукт не имеет аналогов в мире. Его опытные партии успешно прошли тестирование и промышленные испытания в Германии, России и Турции. Реализовывать данный проект планируется в два этапа. До 2014 года будет осуществлен первый этап с созданием 650 рабочих мест и годовой мощностью 75 тысяч тонн сплава, который будет использоваться в металлургической отрасли и в проведении буровзрывных работ. Общее проектное имущество обогатительной фабрики 2 миллиона тонн. Сумма инвестиций 1,5 миллиарда, из них уже 500 миллионов освоено. Исходным продуктом будет являться 800 тысяч тонн высококачественного энергетического концентрата. На заседании был также рассмотрен ряд проектов, заявленных на субсидирование процентной ставки по кредиту и финансирование в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020». Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Мы продолжаем наш выпуск. В Карагандинской области из автомобиля стреляли в полицейских. В Актагайском районе были задержаны члены данной организованной преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел области. Инцидент произошел 12 мая около 5 вечера на автодороге Приозерск-Саршаган. Водитель автомашины Toyota Ceptor не подчинился законным требованиям сотрудников ОВД. Протаранив машину сотрудника полиции, он пытался скрыться. При этом из автомашины Toyota Ceptor в сторону сотрудников полиции произведены выстрелы. Для задержания водителя автомашины и ее пассажиров сотрудниками полиции было произведено 7 выстрелов. Автомашину задержали у дома по улице Байтерек в поселке Саршаган. В салоне автомашины находились 4 мужчин. 2 из них являются братьями. Все они жители поселка Саршаган и города Приозерск. В результате применения табельного оружия 2 подозреваемых получили ранения и были госпитализированы. В больницу выставлен конвой. Еще 2 подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Из автомашины подозреваемых изъяты 3 обреза охотничьих ружей, патроны различного калибра. Применение табельного оружия прокуратурой признано правомерным. Проводится расследование. Марал Тукенова, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский. В соответствии со статьей 17 Конституции Республики Казахстан достоинство человека неприкосновенно. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому обращению или наказанию. Однако нарушение основополагающих принципов Конституции в отношении несовершеннолетних установлено в Каркалинском сельскохозяйственном колледже. Подробнее в материале Жазиры Абдраемовой. В данном учебном заведении установлены факты совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, а также вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность. По данному факту ОВД Каркаралинского района возбуждено уголовное дело. Учащийся 4 курса указанного колледжа Бек Батырова, 88 года рождения, в сентябре 2011 года с применением насилия вымогала денежные средства у несовершеннолетних студентов первого курса. При этом свою преступную деятельность Бекбатырова вовлекла несовершеннолетнюю студентку второго курса указанного колледжа. Кроме того, Бекбатырова с угрозой применения насилия завладела сотовым телефоном одной из учащихся второго курса данного колледжа. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 13 несовершеннолетних подростков. По результатам расследования уголовное дело было направлено в суд с обвинительным заключением. По предъявленному обвинению Бекбатырова приговором Каркалинского районного суда признана виновной с назначением наказания в виде лишения свободы на 3 года с условно-испытательным сроком на 2 года. В целях профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних и среди несовершеннолетних по инициативе прокуратуры Каркаралинского района был проведен открытый судебный процесс в актовом зале Каркаралинского сельскохозяйственного колледжа с участием студентов и преподавателя колледжа. Жазира Абдраимова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Школьники и родители гимназии номер 38 отметили День семьи. На праздник пришли целыми семьями. Ребята, мамы, папы, бабушки. Все дружно участвовали в веселых конкурсах, рисовали на асфальте и организовали благотворительную ярмарку.
У каждого человека есть ценности в жизни. Это простые вещи – семья, дом, самые близкие люди, дети и его чувство любви к ним. День семьи – хоть и молодой праздник, но имеет серьезную историю и объединяет огромное количество людей в нашей стране. Как отметили организаторы, эти ценности всегда должны оставаться самыми верными, самыми нужными, и мы должны передавать их из поколения в поколение. Целью проведения этого праздника является вовлечение семьи в активную общественную жизнь гимназии. Здесь присутствуют семьи, которые проживают на микроучастке, на микрорайоне нашей гимназии. Проводится конкурс рисунков на асфальте, семейный конкурс. Проводится благотворительная ярмарка совместно с родителями. В рамках здорового образа жизни проводится спортивное мероприятие «Мама, папа, я». В рамках празднования Дня семьи в школе гимназии номер 38 прошли соревнования «Веселые старты» для 5-7 классов. В программе учащиеся начальных классов представляли творческие презентации своих семей. У каждой семьи была своя группа поддержки. К примеру, в конкурсе рисунков на асфальте Ботагоз Байбакушева пришла поддержать своего ребенка и племянницу. Наша школа очень большое внимание уделяет семье, что родители должны быть ближе к детям, должны знать, чем они занимаются, как они проводят время. И это, конечно, очень большой праздник для нас, что мы можем побольше быть со своей семьей, посмотреть, в какой школе они учатся, пообщаться с учителями, чтобы пообщаться с родителями своих одноклассников. К тому же дети и их родители организовали благотворительную ярмарку. Здесь ученики продавали кондитерские и другие изделия собственного производства. Деньги, которые они соберут, будут переданы в детский дом «Кулыншак». Марал Тукенова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Чемпионат Республики Казахстан по футболу продолжается. 12 мая на родном поле стадиона «Шахтер» команда с одноименным названием принимала уральский «Ак-Жайык». Хоть поле карагандинского стадиона казалось не столь гостеприимным к футболистам обеих команд, игра все же получилась интересной. Первый матч на родном стадионе в этом сезоне. Перед началом игры это была главная новость. Но после свистка судьи, повествующего о начале матча, все окунулись в события, происходящие непосредственно на зеленом прямоугольнике. Стартовый напор гостей горняки сдержать не смогли. Пока силы были свежи, Ак-Жайык ринулся в постоянные фланговые атаки с навесами в штрафную команды «Шахтер». Такая тактика дала свои плоды уже на 4-й минуте. Игорю Зинковичу защитники горняков дали время обработать мяч. Счет 1-0 в пользу гостей. Далее «Шахтер» опомнился после быстрого гола уральцев, и пришло время действовать. Игра выровнялась, и постепенно карагандинская команда начала планомерные атаки в ворот гостей. После прохода с левого фланга Андрея Финонченко последовал закономерный прострел в штрафную, и первым мяч нашел гол уже было Кукеева. И полузащитник карагандинской команды в первый раз отметился в этом матче. Концовка первого тайма большими событиями не запомнилась, кроме того, что горняки крепко встали в центре поля, и Ак-Жайыку приходилось атаковать только через фланги. В начале второго тайма у Николы Василевича сказалась старая травма, его заменил Евгений Тарасов. Сама игра шла упорно. То одна, то другая команда пытались атаковать, но до гола дело так и не доходило. При всем при этом, позднее тренер «Шахтера» Виктор Кумыков на послематчевой пресс-конференции отметил. Но приходилось рисковать, до счета 2-1 приходилось раскрываться. И соперник, надо отдать должное, мог тоже забить гол. Гол, который помог вырваться «Шахтеру» вперед, состоялся после неоднозначного решения судьи назначить пенальти в штрафной площади гостей. Защитник «Ак-Жайыка» Янко Волканов, по мнению судьи, нарушил правила своей штрафной. Эпизод оказался достаточно спорным, был ли пенальти или нет, судить вам. Тем не менее, пенальти был назначен, и его реализовал Жамбыл Кукеев, попутно оформив дубль в матче. Судил судья все, что есть, обычно, как судят у нас в основном, в большинстве случаев так. Мы не жаловались после Астаны. После забитого пенальти горняки взялись за штурм ворот соперника. И на подъеме, уже на первой минуте добавленного времени, Гедеминас Вичус с красивым ударом через себя забил третий гол «Шахтера» в этой встрече. Нам кровь из носа нужно было выигрывать сегодня.
Пришли столько людей, столько народа. Я благодарю всех, кто сегодня пришел и болел за нас. Просто поддержал нас. Я всем благодарен. Спасибо большое всем. Матч очень тяжелый был, так как мы пропустили быстрый гол. Тяжело было отыгрываться. Но благодаря стадиону, благодаря Караганде, благодаря болельщикам мы сумели выиграть сегодня и подарить им победу. Тренер уральцев после матча был немногословен, но свое мнение он все же смог выразить. Этот матч я не могу найти слова. Ну, проиграли. Я сейчас увидел, какой футбол играется в Казахстане. Это все, что я могу сказать. После матча все-таки многие скажут, что ввести видеоповторы в футболе – это дело нужное. Но пока такое правило откладывается. Тем не менее, «Шахтер» забил голов больше, чем «Акжаик». Победа ясна. Александр Крылов, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним – 420649. Также оставляйте свои отзывы, комментарии и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом все. Всего доброго. Саубон здар.